Итак, дорогие друзья, мы продолжим проходить игру под названием Outlast. Итак, я включил свет, я сам дома, и у меня отдернуты шторы, потому что мне очень страшно, очень-очень страшно. Блин. А, тут же он за мной гонится. Эй-эй-эй-эй. Козёл. Он меня ударил. О, козёл. Прикиньте, он меня ударил, козлина. Я ему этого не прощу, я его сейчас догоню и убегу от него. Блин, надо сделать потише. Ага, тут надо допрыгнуть. Я вспомнил. Так, ты меня только не бей, окей? Бегим, 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 бегим. Тут у нас что? Ничего. Да, нам сюда. Если вот такой вот обрывчик, то нам сюда. Это по-любому. Ага! Ага! Ты шо? Фу-ху! Бля! Эй! Бля! Ты вы, блин! А! Знаете, как мне было страшно? Ой-ой-ой. Ты не кинешься на меня, не? Я просто не сразу осознал, что со мной. Блин. Как же страшно. О боже, блин. Я не могу. Ой-ой-ой. Что-то прогрузилось. Ага, фиг закрыт. Блин. Сейчас будем идти. Ой, что-то грузится. О боже. О боже, нет, я не пойду туда. О боже, блин. Тут кто-то крикнул. А! Фу, эта молния меня напугала, блин. Блин. Может мне сюда прыгнуть? Да, скорее всего мне сюда, в подвал. Ай-яй-яй. Да блин, я не хочу сюда идти. Блин. Хоть бы тут никто не выскочил. Да не, я думаю, тут никто не выскочит. Потому что как бы... Ай-я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 й. Новая цель, найдите выход из канализации. О, тут есть свет. Ребята, тут есть свет. Что очень замечательно. А, чё ж ты тут сидишь? Чувак, не пугай меня так, хорошо? Только не прыгай на меня, окей? Всё. Не надо на меня прыгать, я свой, я добрый. Если я не ошибаюсь, то там свет. Нет, я лучше пойду так. Потому что мне очень-очень и очень-очень очково. А! Нет, нет, я не пойду туда. Бегим, бегим. Документы, документы мы брать не будем. Потому что... Нет, мне надо все-таки туда, куда он побежал. Да. Yes. Сейчас кто-то выскочит. Я вам отвечаю. Сейчас кто-то выскочит. Я закрыл глаза. Нет, никто не выскочил. Спустите воду, открыв две заслонки. Ага. Спустить воду, чтобы мне что? Спуститься вниз. А. Ой-ой-ой. Вы его видите? Оу, чувак! Чувак, оу! Полегче, полегче, парень, полегче! Ай-я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 й! Блядь, а как мне? Нет, я отсюда пришел.
А, то не бейте меня. Надо где-то от него спрятаться. Только вопрос небольшой, где? Прячемся. Фух. Фу, мы спрятались. Он зайдет? Блин. Блин, надо отдышаться. Спокойно, спокойно. Мы спокойно стоим. Это он? Я думаю, он сейчас не зайдет. А вот сейчас надо будет спрятаться. Потому что как следует, он сейчас должен прийти. Блин. Да, он сейчас придет. Я в этом не сомневаюсь. Блин, у меня прям волосы дыбом становятся. Блин, так стрёмно, блин. Да, он пришел. Я же говорю. Вот он. Вот он. Амбал. Но он нас вряд ли найдет. Ноу. Ноу. Ноу, 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 ноу! Ай! Ай-я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 й! Где выход? Выход! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Гляньте на него! А как? А как? Чуваки, блин! Как? Как? Блин! Опа, опа, опачки, опачки! Я помолчу. Блин. Куда бежать? Я забыл. Сюда? Да. Открываем и теперь прячемся в другой. Ай-яй-яй, он выбил. Нет, ноу, чувак, ноу. Блин. Блин. Чувак, ты, во-первых, пугаешь, во-вторых, еще и убиваешь, блин. Ну а что, бегим теперь сразу туда. Прячемся теперь в эту дверцу. Фух. Заходи. Сейчас он не заходит, хитрый, видите ли. Ладно. Сейчас давайте тогда открутим эту фишку. И спрячемся. Я надеюсь, он сейчас хоть ту дверь откроет или эту, бля. Блин, вот я смотрю в окно так хорошо. Дождик, а тут так страшно, блин. Вот он. Вот он ломится, ломится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Спокойно, спокойно, спокойно. Молчим, в общем, молчим. Фух, он не эту открыл. Фух. Фух. Чувак, красавчик. Фу-фу-фу-фу-фу. Вали, вали, вали. Меня тут нету. Вали. Фух, чувак. Ты реально можешь, умеешь пугать. Реально. Блин. Ну что ж. Пойдем те.
Тут-то ничего нету. Вон он. Вон он. Тварина. Ай-яй-яй, как мне страшно. Мне безумно страшно. Вот. Так, он пошел туда. Правильно? Следовательно, он должен выйти сейчас. А мы пока что пересидим. Сюда он пошел, значит, там. Значит, мне нужно туда. Да, мне, скорее всего, нужно туда. Там будет вторая эта фишка. Потом мне нужно прибежать и спуститься вниз. Ой, 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 меня тут нету. Да-да-да, вали, вали, иди, иди. Чувак, меня тут нету. Именно красавчик сваливает. Он идет опять туда. Тихо. Тихо, парень, тихо. Тихо. Но он идет сюда. Да куда ж ты идешь? Вот хитрый. Может, мне в то время, как он уходил, надо было быстренько подняться сюда. Блин. Ладно, будем ждать. Не те же лапы злодея. Фух, бля. Жуткая игра, очень жуткая. Нет, блин, я вспоминаю детскую игру, в которую я играл в детстве, прятки. Когда надоедает сидеть, но хочется выйти, очень хочется выйти. Но знаешь, что могут найти. Слышите? Он идет. Он, по-моему, идиот. Ну где он там? Понимаете, сейчас выйду, а он тут бах. Он меня заметил. Он меня заметил. Он меня заметил, он меня заметил. Или нет? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, вот он. Валим. Валим, 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 валим. Он сзади. Я туда иду. Да, наверное, туда. Тут спрятаться можно? Тут спрятаться можно? Блин, тут спрятаться можно. Ну да, он тут вряд ли, потому что ну, вряд ли бы тут вот пролез. Все, мы вроде открыли все, да? Ой-ой-ой.
Паренек, ты меня не видишь. А! Блин. Блин, я не могу. Нет, я не могу. Да. Заметил? Все, валим. Вода спущена, интересно. Да, вода спущена. Отлично. Ну сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Я лучше закрою глаза и буду спускаться, потому что меня сейчас кто-то схватит. Я вам говорю. Не буду отвечать, но на мое мнение меня сейчас кто-то схватит. Блин. 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 Друзья, будьте со мной, блин. Фух. Спокойно. Спокойно. Опа. Опачки, опачки. Сейчас точно что-то будет. Опа. Это кто? Це хто був, Ань? Ти хто був? Так, закроем глаза, отвернемся. Фух, тут много людей. Тут много не людей, ну как их назвать, я не знаю. В общем, больных тут много. О, привет. Меня зовут Виталька, а тебя? Да, я тебя понимаю. У тебя есть батарейки? Нету батареек. Ладно, пока что сюда лезть не будем. Пройдемся тут, что тут. Может, тут у нас что-то есть интересное. Не, мне все-таки надо спускаться. Ладно, был рад познакомиться. Пока. Может, еще свидимся. Да. Давай, пока. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Камикадзе. Нет, я не думаю, что мне сюда. А теперь я думаю, что мне туда. Поскорее бы пройти эту игру. Не, она мне, конечно, нравится, но она стрёмная. Она очень страшная. Она очень-очень-очень страшная. Оу. Это что? Тут кто-то есть? Не понял. А. Вот так вот, значит. Фух. Я даже не знаю, что уже сказать. Чтобы не было страшно, уже все сказал. Теперь не знаю. А, ну это, по-моему, пофиг, как есть. Один фиг вылезу. Ну вот, в принципе, я же говорил, что пофиг, куда лезть. Ага, не, я все-таки правильно полез. Так, может, тут что-то есть ценное. Кстати, гляньте, есть ноги, есть тело. Значит, игра не такая уж плохая. Да блин, чё ж везде темно. Почему везде темно? Что обидно, в этой темноте почти ничего не видно. И даже не видишь, когда на тебя нападают. Все затоплено, блин, все темно, темно. Р, заменяем батарейку.
Тут кто-то идет. Тут кто-то идет, блин. Блин. Или мне показалось, но тут кто-то, по-моему, и шел. Потому что был топот, и я кое-кого видел. А, ты ж тварь. Я туда? Не, не, вряд ли мне сюда. Вот, я думаю, что мне вот сюда. Да. Блин, плыву наугад. Он вижу где-то свет. Ой-ой-ой-ой-ой. Он меня не видит. Ой-ой-ой-ой-ой, он меня увидел. Он меня увидел. Чувак, я сейчас залезу. Что такое? Ага. Что такое? Фух. Эй, лезь, лезь, лезь. Лезь, лезь, не задумывайся. Привет. Там плохой дядька. Ящиком, ой, ящиком тебя надо. Ладно, пойдемте. Ну, я тебя закрою, ты не обижайся. Потому что там тот дядька плохой может за мной гнаться. Сейчас что-то будет. Опа. Эй! Чувак! Да чувак, чё ж ты меня бьёшь? Да беги! Блин, тебе ударил пару раз и убежал, козёл. Напугал, ударил и убежал. А, может я на его территорию зашел? Ну извини, я не хотел, мне так-то выход надо искать. Вы меня бить не будете, не? Ну, блин, в подвале стрёмно. Опять. Нет, опять. О, нет, опять. Откуда он бежал? Хм. Я лучше взять камеру. Ноу, у меня что-то в доме упало. Я один дома. Мне очень-очень страшно. Так, ну вот, игра сохранилась, да? Давайте, наверное, встретимся в следующем выпуске. Я вот еще посмотрю, что у нас тут. Тут у нас гора трупов. Мы туда не пойдем. Ну что, встретимся в следующем выпуске, да. Будем прощаться. До свидания.